Хочу сегодня приготовить рецепт, то есть рецепт блюда, и хочу вам показать, как я его делаю. Сейчас Женька пока 5 минут свободна. Нам нужна картошка, тут штук 10 таких больших картошин, 250 грамм мяса и морковка. Это все дело я забрасываю в мультиварку, чуть-чуть совсем чуть-чуть масла. Потом туда бросаю я фарш, морковку. Это можно чуть-чуть перемешать. Ну, не сильно так важно. Вот. И туда в кастрюлю высыпать картошку. Потом надо залить воды. Я заливаю воду, чтобы даже картошка почти не закрыта была. Добавить туда соль, перец по вкусу. Это потом мы закрываем. Я все время готовлю на одной программе. Это у меня... типа жарко получается, жарко. И она у меня автоматически 40 минут идет. И через 40 минут я покажу вам, что получилось. Вот осталось 5 минут. Мы сейчас бросим укропчика. Немного мало воды выкипало. Обычно больше. И через 3 минуты она автоматически выключится и переключится на подогрев, и блюдо уже готово. Я его просто не буду выключать, чтобы оно горячее дождалось мужа. Вот. И получилась у нас жареная тушеная картошка. Надеюсь, вам понравился рецепт. Если да, поставьте пальчик вверх. Тогда буду знать, что вам такие блюда интересные. У нас хоть и питание не сильно-то здоровое, но мы едим, как мне кажется, нормальные люди. Ну все, всем пока. Да, вот что получилось. И почему я делаю жидкое, чтобы можно было картошку разминать вилочкой. И Женька, Женьке было не так сухо. И она вот это вот блюдо ест вместе с нами. Вот. Вкусняшка. Будем кушать. Всем приятного аппетита!